Она уже не первый год, так что не волнуйтесь. Жильцы дома 1044 уже не надеются на то, что наклоненную березу будут спиливать. По словам челнинцев, она находится в таком состоянии уже несколько лет. Жилищников, видимо, не смущает, что дерево угрожает детям. В любой момент при порыве ветра она может упасть, переживают горожане. В лучшем случае пострадает детская площадка, в худшем – дети. Ну, наверное, вот это вот надо, наверное, убрать. Вот это вот. То есть дерево надо срезать, пока оно не упало? Ну, наверное, так. Надо, наверное, проверить для начала. Там же как-то проверяют, сколько оно лет стоит. Но оно может упасть. Да. Вы думаете, что с ним делать надо? Не знаю. Спиливать? Ну, думаю, да, наверное. Если так можно. Угроза для детей есть, по-вашему? Есть. За территорию отвечает управляющая компания «Бумажников». На вопрос, спилит ли дерево, нам не ответили. В данной управляющей компании в комментарии нам снова отказали. Сослались на то, что руководства нет на месте. Стоит отметить, что управляющая компания по просьбе жителей может лишь спилить ветки, а вот чтобы убрать целое дерево, необходимо согласование местных жителей и разрешение администрации города. Так челнинцам необходимо написать заявление, где они должны обосновать причину просьбы и направить его в исполком. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.